Необычным образом отметили Международный день бокса в Видном. По инициативе Ленинского отделения партии «Единая Россия» и городского центра спорта на одном из придворовых стадионов состоялся мастер-класс по боксу. В мероприятии приняли участие как уже опытные спортсмены, так и новички. Началось оно, как и полагается, с разминки. Раз, два, три, четыре. Оп. Раз, два, три, четыре. Оп. Раз, два, три, четыре. Оп. Затем участники разбились по парам для спаррингов. Часть спортсменов занималась индивидуально под чутким руководством наставника Петра Платонова. Спортивное мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Старший брат» и «Детский спорт» при участии молодогвардейцев, активистов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия». В завершении участникам раздали охлажденную воду и приятные сувениры.